я вернулся. Прощение. Я его случайно просто отключил вот эту карту. Перезаряжаю! А чё, монстр убежал, что ли? Он спать пошёл. Чего? Спать пошёл. Пошёл. А, спать? Ну ладно, мне послушать кое-что другое, конечно, ну ладно. Ну-ка. Спать пошёл. Спать без буквы «К». Извините, я тогда, короче, не это. Перезаряжаю! О, нет, только не... Шоссе перекрыто. Давайте срежем через мотель. Что, решил снова ходить, да? Да. Смотрим, что наверху. Слушайте, музыка там работает. Правда, я забыл тут включить чью музыку конца кампании. Меня кто-нибудь вообще слышит? Это он. Еще орёт на меня. Где орёт? Ну тут. Осторожно, граната! Я сейчас на него подам. Я возьму таблетку. Ты видишь, как он орёт? Ага. Ага, что ты спускалась. Чудо, как полезно без молока. Ты вообще бедный. Спасибо, Луис. А может он болен? Они идут. А может он голоден? Поэтому он орёт, да? Да. Ты заикаешься. Перезаряжаю! Тут постоянно ты вообще неправильно понимаешь. Ну это с тобой риск. Теперь я боюсь сказать кое-что-нибудь тебе. Так. Прежде чем сказать, ты сейчас подумаю, а потом скажу. А то мало ли ты там можешь подумать. Сейчас я вообще не слышу, потому что я не понимаю, что ты сказал. Пытаюсь на твоем языке сказать. Перезаряжаю. Да твою мать! Я тут думал, это сзади вас там был. Ай-яй. Перезаряжаю. Вообще, как его манит. Там будет много звука сидит. Ух ты. Да вот тебе на. Трейлеры, есть убежище! Он и в том плане был голоден. Вы вообще меня слышите? Ты не помогла. Что? Телегу зайди. Что-то я еле понимаю, совсем. Телегу зайди. Опять синхронно говорить. Телегу зайди. А. Починим тебя. Спасибо.
Надо перезарядиться. Мы в безопасности. Ты меня немедленно бесишь. Прекрати немедленно. Да, я. Ух ты, наконец-то. Не, ну если мы по-моему попадались. Моя жизнь кончена. Не дергайся, я тебя у тебя в долгу. Лучше. Давай-ка тебя заштопаем. Спасибо. Пожалуйста. Осторожнее, здесь курильщик. Граната, ложись! Конечно, это все поздоровались. О, ответил все-таки. Недаром я этот смог запомнить его. Мне обычно нравится, когда он этот, когда приветствует сразу. Здрасте. А когда на него нападает, он как свирепый кот. Потом ты чувствуешь свои первые стоны. Начало. Лучше бы крик Вильгельма издал. Плевальщица где-то рядом. Да твою мать. Перезаряжаю. Это чудо, что ты... Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, поднимись. Да чё там... Они это, ушли это, в запой этот и отстают у нас. Держись, я тебя... Перезаряжаю. Метеор приближается. Всем стоять! Пойти сильный вертер. Ой, блин. Хорошо, что тут, конечно, не надо собирать.
напрягает. А то что? Карнавал. На том нормальном карнавале там канистры надо собирать и колу. На одной голове канистр, на другой колу. Играйте. Ариш, беги отсюда. Рука, рука, беги, 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 беги. Фу, спасибо. А ты наделал по ему минусов? Ну да. Тут же обход. Тут толстяк. Не стреляйте, пока он рядом со мной, хорошо? Здесь есть боеприпасы. Да я проходил один раз эту карту, но потом уже забыл. Поэтому я заблудился. Решили покатать? Тебя решили покатать? О, прокатись-ка это давай. Минус один. Ничего себе заборчик. У меня дефик один есть. Нет, даже два. Спасибо, спасибо. За мной должок, спасибо. Спасибо. Граната! Перезаряжаю. Фэнкс. Граната! Бомба! Граната! Перезаряжаю! Беру аптечку. Ложись! Внутрь! Курильщик, он где-то... Граната, ложись! Хорошо! Пятьсот? Подожди! Ой, оружие! Ну как так, а?
Отвечаю! Я обнимаю! Отличный выстрел! Написано, что я поднимаю Аришу, а поднял тебя. Нормально. А бывает такое, что поднимаю тут я, например, какого-то другого человека, а получилось, что я поднял себя. Представь, какая обида. Здесь где-то бродит курильщик. Бросаю коктейль Молотова! Перезаряжаю! Перезаряжаю! Что-то боты тупят. Вообще не стреляю. Перезаряжаю! Так ты специально, наверное, так сделал. Между собой разговаривают. Переглянем в подсобке. Что, не понял? Может, они между собой разговаривают? Наверное. Перезаряжаю! Нет. Где? А чё, рукопашные все что ли по 500 баксов? Нет, нет, это специальная рукопашка, которая имеет урон 1000 хп. Просто я никак не могу его купить. Это VIP. Ай-яй-яй, меня их притягивает, притягивает, зараза. Их урон 1000 хп. Есть еще и обычные, там, по обычной цене. Все стреляйте в танка! Вот таблетки! Курильщик где-то рядом. А вот нашел, нашел. Перезаряжаю. Тут есть таблетки. Сзади! Потерпи, это совсем не было. Повелитесь! Как красиво удалось помогать. Успокойся, девочка. Я случайно. Осторожно. Перезаряжаю. Что
нас есть боеприпасы. Ну что, на кого? Скорее всего, да. Осторожно! Ложись! Нормально ты, на горохом ускоритель. Осторожно! Девочка сожрала орешки, вот и полетела. Не активные орешки. Ну да. И сразу. Меня кто-нибудь вообще слышит? Только постарайся опять не вляпаться в дерьмо. Спасибо. Да пожалуйста. Меня ранило. Хватит валять дурака, идите внутрь. Или жопой. Нам нужно внутрь. Зайди, это бот, он зайдет. Да шевелись, корова. Внутрь. Все быстро внутрь. Я слышу бурить. Охотник, ребята, бегом. А я вам рассказывал, как мой друг Кит однажды вылетел с американских горок и недалеко упал, прямо на рельсы. Так эти козлы даже не остановили аттракцион. Типа, люди ж заплатили деньги. Держись, я тебя подлечу. Hey, Alice, why don't you tell us about the time you shut up? Okay, man, but there was a... Jesus, is there a witch around here we can piss off? О, красота какая. Теперь придется нам двоим защищать. Беру бомбу. Без проблем. Сейчас я эту коробочку открою. Осторожнее, я унюхал курильщика. Каким акром ты мог унюхать? Эй! Своими чаклами.
таблетки. Ты пощечина. Да твою мать! Меня схватил курильщик! Серёж, стой! Стою, стою, спасибо. Хорошо. Только излечились, а из-за сраных курильщиков опять сбились. Вы вообще меня слышите? Это здание. Готов. Отличный выстрел. Нормально пукан бомбанул. Это братан как длится. А он перед братаном этот толстяк так рванул. Да что? Очень мало, да? Уже который раз. Перезаряжаю! Готов! Сюда! Только он нападает в воздухе. Он вообще подрывается. Кто-нибудь вообще слышит? Хорош. Не стесняйся.
Что? Мне кто-то подскочил. Окей. Сейчас мы еще будем бегать. Не понял, черт, ну хорошо. Да. Перезаряжаю. Повсюду слизь! Вы вообще меня слышите? Серый стоп, не выключать уже? Сокром серый. Не выключать? Нет. Ну ладно, подожду. Вот еще! Смотрите оба! Ариша, спасайте! Ариша, стой! Не дергайся, давай я тебя за что. Пожалуйста. Я думал, на тебя прыгнет. На тебя тоже прыгнет. Там тебя вот. Осторожно! Там меня подождите. На другую часть. Ты идите в баню. Да почему мне не везет все время? Мне зомби мешают, баны. Да твою... Фух, наконец-то. Спасаю коктейль Молотова! Нет, надо все-таки наложить музыку специальную, чтобы тут. Эффект карусели был, да? Угу. Ну да, карнавал же все-таки. Граната, ложись! Я слышу охотника. Я его убил! О, а я удар. Вы вообще меня слышите? Постреляй пока всех. Я посмотрю на все это шедевр. Блин, так хорошо видно сверху. Просто офигеть. Всем внимание. Отличный выстрел. Осторожно! Окей! Ну, танк. Давай. Тоже неплохо. Я весь облит слизью. Перезаряжаю. Ну что, карусель не отключили? Да пусть. Да ё-моё.
we can get on the monorail, we can jump the fence. Let's use the monorail to get over that fence. Беру большую пушку. Эй, эй, эй! Живее, достаньте бензин! Давайте вытащим сначала бензину. Наконец-то. Эта штука, похоже, опасна. Еще раз, что? Канистры вытащим сначала. Ну да. А то не будем же бегать потом. Вот коктейль Молотова. Здесь где-то бродит курильщик. Граната. Ты вообще меня готов? Получилось! Перезаряжаю. Граната, ложись. Окей. Получилось! Там еще четвертый. Ой, пятая, видимо. Готов. Готов. Боеприпасы. Перезаряжаю. Перезаряжаю. Эй! Куда канистра делась? Не знаю, ты мне скинул. Ну, скинула и... Куда-то улетела канистра. Меня ранили! Помогите! Луис! Огромное спасибо! Ну, все, неплохо! Ребята, у меня серьезные проблемы. А, вот она нашла. Ну-ка ты как далеко улетел. Наконец-то, видите? Мы почти выбрались. Эй! We're gonna need something big to signal that chopper. Да, хорошо. Слушайте план. Вот лошары. Nobody has a bigger commitment than them. All we need to do is start it up, and the chopper pilot sure as hell can see it. Умно придумано, тренер. Техническое шоу, но на гитаре я играть не буду. Уж извини. Я за. Сейчас здесь станет жарко. Боеприпасы. Эх ты. Машину туда пройду. Скинул, а вот она, все наша. Машину заправила. Машина попала, и она под машину закатилась. А. Ты этот. Канистру вон там за генератора поставь. Где сам генератор? Ну там дальше. Здесь. А вон я вижу, вижу. Главное не потравите здесь. Граната! Осторожно! Граната! Перезаряжаю! Кто на сцене, кто за пультом? Личный выстрел! Здесь есть боеприпасы. Где налево крыло?
Ой, Сирис. Сейчас будем активировать фейерверк. А, окей. На левую часть. Вы там ее подлечите хоть? А, черт! Вот бомбы! Помогите! На помощь! Слева здесь, что ли? Надо концерт включить. Здесь курильщик. Тут. Я думал, ты за пультом сидел. Ну, там надо включить, а потом еще наверх. А Ришу что? Ты врубай, потом я подниму. Ты пусть пока она лежит. Я об этом пожалею, но громче! Она автомат вышла. Здесь есть боеприпасы. Поживей! Ну, теперь можем только врубать. А вы не так. Видишь, с двух сторон? Ну, да. Здесь вот. А, вот вижу. С двух сторон. Слева и справа. Не, не ключевый. Благодарю. Приперся, зараза. Он сзади, твою мать! Что ли херачишь? Я да. Неужели у него тоже 1000 урона? Полторы. Не. И он стоит 500 очков. Отдельно магнум 600, по-моему, или 650. Блин, дороговато. Но спустя полтора часа игры на сервере он бесплатно выдается. А я поиграл, значит, меньше, да? Перезаряжаю! Да, команда AW показывает, сколько ты играл. То есть, сколько до магнум осталось. Твою мать. Сколько? Тогда придется дождаться до финала и как бы выживать около вертолета. Сколько минут показывает? 45. А, ну ты можешь на другой карте это все доиграть. Это не на одной карте, а в общей сложности. Когда ты находишься на сервере. Блин, у меня следующей карты нету. Если карты нет, выкинет. А когда нет. Выкинет, таймер обнуляется. Я знаю. Я думал, что я поставил ремикс Карнавал. Кажется, я его случайно отключил, когда я там исправлял эту модификацию. Я Dark вот просто скачал. Таймер поэтому обновился, да, у тебя? Ну, у меня не все карты тут подключены. Часть из них, которые у меня еще перескочили еще. Ну, вообще все карты, которые у меня находились в этой папке, они полностью были тут обнулены вместе с всеми модами, которые я сам устанавливал. Потому что меня комп накрылся тогда, и вот, пожалуйста, вот так. Мы, в принципе, можем проголосовать за какую-нибудь другую карту, которая у тебя есть, чтобы не потерять
время магнума. А, кстати, магнум можно взять на карте «Нет милосердию» в третьей главе или во второй главе. Ты что, предлагаешь, чтобы я «Нет милосердия» поставил? Может, за БДЗ тогда? Здесь есть боеприпасы. А она у тебя есть? Есть, конечно. Ну там магнума нет. Там еще тебе надо будет 40-40-40-40-40-40-40-40 дать. Идем. Ты что там стоишь? Идем. За сцену идем. Ну? Уходим, уходим, скорее! Здесь вертолет! Толстяк! Я ничего не вижу! Во-во-во, случайно я нажал, черт.